В Ледовом дворце «Арктика» состоялась товарищеская игра между ветеранами хоккейного клуба «Динамо» и клуба «Металлург». Видновской команде предоставился шанс сыграть с легендами советского хоккея. Матч был захватывающе интересный. Посмотреть его и поддержать нашу молодую команду пришло много зрителей. В их числе и наш корреспондент Юлия Погосьян. 25 мая при поддержке администрации города Видно и боевого братства состоялся хоккейный матч. В нем приняли участие легендарные хоккеисты в составе команды «Динамо» и спортсмены любительской команды «Металлург». Сыграть за «Динамо» на лед вышел звезда советского хоккея Александр Голиков. Лед Арктики еще не видел одновременно столько именитых хоккеистов. На мероприятии присутствовал глава города Видное Сергей Троицкий. Он передал в подарок клюшки, подписанные временно исполняющим обязанности губернатора Московской области Андреем Воробьевым, главой Ленинского района Сергеем Кошманом и подписанную лично собой. Я очень рад, потому что очень много зрителей приехали, много видновчан посмотреть эту игру, несмотря на то, что она совпала с первым звонком. Рад еще и тому, что сегодня футбольные встречи, идут соревнования по футболу. Это говорит о том, что наши ребята не болтаются по улицам без дела, а все заняты спортом, все при деле. Вот этого мы и добиваемся. Приезд знаменитого советского хоккеиста, трехкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова стал значимым событием для спортивной жизни Видного. Виталию Семеновичу очень понравился Ледовый дворец и теплый прием, с которым его встретили. Ему было приятно получить подарки от главы города. Сегодня мне кажется так, на мой взгляд, что маленький спортивный праздник в городе Видном. Я думаю, что на результат матча или на его исход матча, я думаю, что не будет влиять ни наше настроение, ни настроение зрителей. Поэтому думаю, что то, что сегодня здесь происходит матч, я думаю, что это очень здорово для жителей города Видно. Игроки команды «Металлург» победили благодаря молодости и задору. Они с самого начала были настроены на победу и в раздевалке дали себе установку победить. Матч закончился со счетом 5-3 в пользу «Металлурга». Играли со многими легендами, которых и смотрели в детстве, а многих просто только слышали из-за того, что в силу возраста не могли видеть. Вот, поэтому очень впечатлен и горд, что выходил на лед. Многие зрители не ожидали победы нашей команды, так как хоккей пока для видновчан новинку, и о существовании нашей команды они не знали. Но теперь с появлением Ледового дворца ситуация должна измениться, и горожане, помимо прочих видов спорта, которых видно достаточно, начнут увлекаться и хоккеем. Я первый раз хоккей вижу так вот, если можно сказать, живьем. Просто в восторге. Молодцы, отлично сыграли. Я, честно говоря, не ожидал, что наши так, сумеют не то чтобы даже победить, а я думал, что как бы не проиграли с разгромным счетом, да. А тут такой подарок получился. Очень старались наши ребята. «Металлург» молодцы. Мы за них болели. Будем с нетерпением ждать новых побед от хоккейной команды «Металлург». Юлия Погосян и Адамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.